Всех приветствую. Утро 12 октября и утро в Умани. Почему в Умани? Потому что по-другому никак. Если куда-то ты едешь, сейчас вообще вам объясню, какой маршрут именно, как дороги именно. Это видео будет посвящено именно тем людям, кто хочет именно уехать из Запорожья, что нужно делать вообще, как, какой вообще маршрут. На дороге вообще скажу сразу именно, одни аэровские машины просто. Такого потока именно, как я видел, я не думал, что я увижу вообще когда-то, и что они вообще будут именно. Что происходит? Трасса, ехать можно именно, там ну, спокойно, в таких именно каких-то гигантских там пробок, еще чего-то. Но я там не видел именно, потому что нормально, можно. Дальше, так, на этот перейду. В плане именно времени тоже и жилья. Там нужно будет останавливаться, если ты едешь куда-то именно в сторону западной, останавливаться в Умани. По-любому, по-другому никак. Но заранее нужно найти жилье. Здесь все занято, все какие-то отели, еще что-то. Разве что там есть именно в стороне, где живут это хасиды, где жили они вот на свои эти праздники. Но я не думаю, что кто-то там, ну, захочет именно жить на месте, где жили. Ну, хотя как, я не захотел. Там все желают именно тебе сдать по-быстрому, там за какие-то 500-600 гривен. Ну, это на Пушкина улица. И утро вот уже наступает, и собираемся в дорогу ехать, ну, туда уже в сторону, как бы, Западной Украины. Потому что почитал тут же новости, опять эти все прилеты, опять вообще прилетает уже там рядышком, грубо говоря. Кто хочет выезжать, тот пускай едет. Вообще, у кого есть возможность, я считаю, что у кого есть личный транспорт, тому, ну, но это не проблема, это не вопрос. Как по поездам, я не знаю, но говорят, билетов нету. В какой-то момент они были раскуплены. Вообще осознал именно вот сейчас, что, знаете, не какие-то там твои личные убеждения, еще там, жизненно дороже. Вернуться можно в любом случае. А вот эти все понты какие-то, когда там еще пишут, о, там это. Та, хорош именно, что я, маленький мальчик, меня на это не возьмет. Всем благ, мирного неба, бережіть себе. І якщо ви надумали зробити цей путь, робіть.